Последние несколько лет страсть к пластике и увеличению различных частей тела стала просто ужасающей. Трудно найти знаменитость, которая бы не изменила что-то в себе. И все же радует, что в последнее время тренд смещается на натуральность, что доказывают нам те смелые звезды, которые никогда не ложились под нож хирурга. Мы покажем вам 10 знаменитостей, которые в своей страсти к переделкам внешности не знают меры. Губы, бедра, бюст. Они меняют все, лишь бы соответствовать эфемерным идеалам красоты. Но насколько цель оправдывает средства и добились ли они безупречной внешности? Кортни Стодин. Казалось бы, если девушка преуспевает в модельном бизнесе, значит, должна понимать, что с ее внешностью полный порядок. Но проклятые комплексы не дают и заставляют перекраивать себя. Памела Андерсон. Эксперименты с размером бюста у Пэм продолжались всю жизнь. Она то ее увеличивала, то уменьшала. Плюс с лицом поработала сильно. Сколько же денег она принесла пластическим хирургам, страшно представить. Меган Фок. Нужно признать, что пока Меган не переходит границы разумного в пластике. До сих пор все ее изменения были только ей к лицу. Но она уже ходит по краю, с которого запросто можно скатиться в ужасающие трансформации. Мария Погребняк. Если сравнить ранние фотографии экс-супруги футболиста Павла Погребняка, то бросается в глаза не только изменения стиля одежды, но и кардинальные трансформации внешности. Без пластики здесь точно не обошлось. Эмили Ратаковски. Модель утверждает, что никакой пластики у нее нет. Но как-то не верится, что при такой хрупкой фигуре может быть такой внушительный бюст. Специалисты тоже очень сомневаются, что все, что говорит Эмили, правда. Ники Минаж. А в случае с Ники Минаж и думать не нужно. Ее тело исключительно результат пластики. Да, собственно, она и сама не скрывает этого. Но кажется, ей уже пора бы и остановиться. Дита фон Тис. Королева бурлеска не перестает удивлять своим моложавым видом. Если сравнить старые фотографии, то очевидно, что она меняла форму груди. А еще она удалила нижние ребра ради удивительно тонкой талии. Оксана Самойлова. Со временем у жены Джигана изменилась не только фигура, но и лицо. Рука пластического хирурга видна невооруженным глазом. Виктория Боня. Боня серьезно подсела на пластику. Начиналось все с невинного увеличения груди и пластики губ, а закончилось кошачьим разрезом глаз, который мы пока, увы, не видели. Скрывает она от нас результат. Кэти Прайс. Решение увеличить грудь девушка считает самым лучшим в своей жизни. Ее карьера сразу пошла в гору. Но кто знает, может быть, она могла бы добиться успеха и без всех этих трансформаций. Подпишитесь на наш канал и не пропускайте новые интересные материалы.